Доброе утро, моя любимая страна. Добрый ранок, Украина. Вы на этой неделе задавали вопросы, и я выписал один из них. Доктор, подскажите, как реагировать на определенные поведенческие реакции собаки и понять, что ей нехорошо, либо плохо, либо она заболела. Берите ручку и записывайте. Топ номером один симптомов, которые явно бросаются владельцам, это малоактивность. Ваша собака активно бегает, прыгает, скачет, всегда хочет гулять с вами с утра до ночи, а здесь отказалась от прогулки, не идет на прогулку, долго спит, не просыпается и так далее. Это подсказка номер один. Подсказка номер два. Если ваша собачка никогда не страдала отсутствием аппетита, имеется в виду, всегда кушает, сколько ни дай, всегда готова кушать, а здесь она отказалась от еды, либо как-то перебирает еду. И третье, если ваша собачка спит, плохо кушает, еще и тяжело дышит, это еще одна подсказка, что что-то не так, и, скорее всего, это боли. Поэтому подсказкой для вас на этой неделе сегодня будет такой ответ. Будьте здоровы и всех благ!